Меня зовут Андрей, я мастер по ремонту окон компании Винтра, и сейчас я расскажу об уплотнителе для окон Schlegel Q-Lon. Этот уплотнитель состоит из внешней оболочки, из полиэтилена и внутренней, из пенополиуретанового наполнителя. В некоторых моделях для деревянных окон есть вставки из пластика. Производится этот уплотнитель только в Германии, и срок его службы более 20 лет. Уплотнитель универсальный и подходит для установки на большинство оконных профилей. Он устраняет дефекты некачественных пластиковых и деревянных окон, за счет плотного прилегания исключит продувание и промерзание створки. Обладает высокой звукоизоляцией и не требует смазки силиконом и ухода за ним. Также он не имеет запаха. Цвет его может быть черный, белый, коричневый, бежевый или серый. Он сохраняется насыщенным весь срок эксплуатации. Материал уплотнителя обладает высокой восстанавливающей способностью, устойчив к трению и на испытаниях прошел более 285 тысяч циклов открывания и закрывания створки окна. Его эластичность сохраняется при температуре от плюс 70 до минус 60 градусов Цельсия. Компания Винтра уже более 8 лет работает с этим уплотнителем в качестве альтернативы обычным резиновым и силиконовым уплотнителям. За это время мы установили его в окна сотням наших клиентов, и все они остались довольны результатом. Thank you.